В общем, здорово, народ. Теперь у нас есть история. Ты искатель приключений. Плот твой дом, крюк твой друг. Хо-хо-хо, я знаю такую историю на Порнхабе. Крюк твой друг. Подружись с моим крюком. Да. Если плот сломался, почини. Если крюк потерялся, сделай новый. Если видишь перед собой бесконечную синеву, значит смотришь невнимательно. Если у тебя есть ненужные ресурсы, ты сможешь... есть нужные ресурсы, ты сможешь смастерить все, что угодно. Следи за радиосигналами. Это все понятно. Не ты первый, не ты последний. Не забудь отметить свой маршрут. Мир пропал, но остались шесть истории. Собери как можно больше. Ради бога, остерегайся акул. Здорово, одинаковые людишки. В общем, мы на плоту. Раз, два, три, четыре. Мы в шестером на плоту. Миньоны. Миньоны, да. Мы миньоны, у нас есть королева. Королева, дай голос. Это королева. Хороший пес. Королева. Хороший пес. Хороший пес. Такое дело, мне не дали крюк. В смысле? Ты чё, бракованный? Сейчас тебе крюк сделаю. Вот ты вообще угар. Акула там что-то ест уже кого-то, вон посмотри. Видимо, мой крюк. Так ты на Q нажал, ты выкинул крюк. Он бракованный. Я сделаю крюк, на, крюк тебе. На, крюк, забирай. Бракованный. Кондитер бракованный. Я себе новый взял. Слышь, какой есть, братан? Так, ребята, нам нужно весло, потому что мы сейчас прёмся в остров. Да, кстати, давайте скрафтим весло. Я не могу, я хочу на вас их посмотреть, запечатлеть этот момент. Шесть человек на одном кубике плывут. Это смешно, это смешно. О, господи, чё вы все такие похожи друг на друга? Кто тронул меня за член? Это я. Это я. Да, можно. А тебе 10, да, логично. Так, давайте скидывайте ресурсы в центр, я буду крафтить. Скидывайте ресурсы. А! Вот он уже едят. Я буду все забирать и крафтить. Только не промахивайтесь. В центр скидывайте прям. Че, все? У вас все, что есть по ресурсам? Хорош. Хорош. Закидай меня полностью кубиком. Да, тебе побило, читать. Так, нам нужно весло. Стоп. Весло. Веревки нужны еще. Нам нужен фильтр для воды, чтобы было пресно. Сейчас все будет. Сейчас будет. Расширись сначала плуз, чтобы тут не жопами не толкали. Это мой остров. Мне нравится. Мне тоже нравится. Давайте на каждый остров назначать губернатора. Давайте. Давайте на каждый остров для начала заглянем. Чур, я первый с мэром сплю. Так, кто за весло отвечает? Я положил весло. А за бревно? Весло. Мне лучше весло не доверять. Народ, ну вот весло, забирайте. Чё, кто будет управлять веслом? Всем насрать, да? Нас тут едят. Ты оружие хоть сделай, чудо. Сейчас, я не успел. Хоть одно на всю толпу. А где оружие? Не хватает ни досок, ни хрена. Веревки нужны, да? Такое там всё. Я сейчас сделаю оружие. Сейчас я веревок накрафчу. Так, найди стволы. Заткнись! Братан, мы тут записываем. До свидания. И все, это мой остров. Не греби туда, к острову. Почему? Возьми ресурсов. Сейчас ничего нет, у нас ни топоров. Нафига вам эти... А, что тут нифига нет. Там есть дерево и... О, приплыли. Да нормально, что ты начинаешь? И цветы, которые нам пока не нужны. Пусть прочекает остров. Тут красные цветы. Не бери их. Мне сейчас место было в рюкзаке занимать. Так, копье забирайте. Вообще пока цветы копье нет. Забирайте еще одно. Так ты сначала хлам разбери, а то мы толком ничего не видим. Где копье? У меня. Я уже забрал. Сейчас еще скрафчу. У меня есть ананасовая семечко. Посади его. Куда? Себе в жопу. Так. Что такое? Ладно, плот строим, да? Да. Каменный топор. Что там, где там плот-то строить? Я уже забыл. О, какашка упала. А нам хлам нужен? Нам все нужно. Ты что, гонишь? Все нужно. Нам нужен хлам. Сейчас надо еще пластиковый стаканчик себе сделать. Пластика нет вообще.
Пустая чашка, ты имеешь в виду? Да, да, да. Поздравляю, наш плот расширен. Ура! Теперь вы можете стоять здесь, как дебилы. Почему, как? Так, нам нужен опреснитель, правильно? Да. Господи, вы такие сексуальные такой толпой. Мы можем сделать несколько плотов? Ну, их сначала надо соединить будет между собой, а потом разделить. Но они будут как один все равно плавать. Да, да, да. Отлично. Так. Губернатор своего плота. Это революция. Ну, так. А потом это, да, дружная конь. Мы сделали такой по своему, у нас будет, короче, командная битва. Этот, как его? Да скажите, что я хотел сказать-то. Ну, вот так, да, вот так вот. Бей меня, спасибо, смутный. У меня половина жизни осталась, я сейчас умру. Королевскую битву на плоту устроим. Слабо? Да нет. Тогда отлично. Так, опреснитель. Листы нужны. Листов не хватает. Листы ловите. Сейчас, листы. Сейчас листов будут. Меньше всего. Так, на где-то есть. Скидывайте листы. На листы. А, листы? Я просил листы. Ну, что было, то и кинул. Там все скидывают, что... да, все скидывайте, пускай крафтит. Чем богато, тем рада. Пусть он крафтит, рабыня Даша. Маленький лайфхак, если подпрыгнуть, крюк летит дальше. Только и сразу говорю, если кто попил, сразу обновляйте. А кружки вы сделали себе? Да, нет. Но я себе сделал. Посуду, кажется, самой моет. Мне пластик нужен, чтобы наделать вам кружек. Работаем, рабы, работаем. Солнце еще высоко. Сделай крюк один, let me. Let me крюк. Let me крюк, да. Капитан, let me крюк. Let me крюк. И хорош меня выкидывать. На, я тебе скинул. Этого самого корабля. Если это можно назвать кораблем. Пс, пс, там, что есть-то? У тебя есть что-нибудь? Так, расширяйтесь дальше потихонечку. Пойдем, отойдем. Закидала. О, май. Сперли мы бочку. О, май. Самое главное. Я тебе не только кружку сделаю, я тебе такое покажу. О, май. Бейте, акула, 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 акула. Зараза. Я не корм, отвали. Я не корм, отвали, пустите меня. Так, сделал тебе кружку, да? Угу. А хочешь камнелингусную кружку? Не дам, у меня моя волшебная кружка. Ну, я думаю, это соноски больше по душе. Ты взяла? Ты взяла у меня? Спасибо, да. Да, взяла. Отлично. И как ощущать тебя после этого? Хочется помыться. Черт. Значит, хорошо, взяла. А как это починить? Чё? Правый, меня привязали. Правая кнопочка. О, да, спасибо. Я тут думала. Да не надо было подсказывать. Могли не рассказывать. Надо было подсказывать. Я была бы привязанная. Было, да. Первая ночь, господа. Так, я ферму намутил. Где будет моя ферма? Да подожди, да ферма. Мне нужны ресурсы. Ну поставь рядом ее просто, пусть пока стоит. Ну, чё, мне нужен крюк. Ее можно прилить? На, крюк. На, попить-то крюк. Кто-нибудь нальет, нет? А сам допить налить не можешь, что ли? Да в том-то дело, что я хотел выпить и налить новую, а в итоге... Крюк-то заберешь? Пить нечего. Да, все забрал. Интересно, а через сколько мы все сдохнем, как вы думаете? Я знаю, кто будет первый. Сосновский? Сосновский сегодня не умирает. А как попить? Как попить? Ну, положить, взять... Ртом. А, спасибо. Под ртом тут не все убили, понимаешь? Наполнить пресной водой, я буду пить. Ой, я выкинул. Я пресную воду вылил. Вы лучше подумайте, что нам делать с едой, потому что у нас хорошо. Толпа, а еды тут не особо. Надо уже удочку ловить. Удочку крафчу, все, поехали. Вручай кому-нибудь, кто-нибудь будет чисто рыбалкой заниматься. Давайте я буду рыбаловать. А ты ничего не делаешь, ты отдыхаешь. Так, где ты, женщина? Я тебя потерял среди этих мужчин красивых. Я тут. Где ты? Вот, на тебе вот эту штуку. Как женщину делить будем? Слышишь, она не делится. По очереди.
по очереди тут, знаешь, не у всех получится. Ну, Санус, нас... говори за себя, у нас все получается в этом плане. Да я за тебя переживаю, старый ты наш. Ты что, столько по расписанию божишь? И что? А что плохого в расписании, объясни мне. Но ей-то, может, ходится не по расписанию всегда, да об этом не подумал. Вы крафтите пока печку, я уже тут ловлю. Да у меня пукан так горит, что можно на нем. Так, нам, ну, мне нужны ресурсы, я что-то не вижу, вы в 4 лица добываете, а что-то я ресурсов не вижу у себя тут. Тебе еще ресурсы давать опять? Ну, елки-палки. Всегда на. Давай, всегда. На. О, как легче стало. Отлично, отлично. Так, печка готова. Сейчас поставлю. Отойдите. Кто там стоит? Пожалуйста, отойдите. Я кондитер. Я сейчас пытался попить. Ну, подожди чуть-чуть. Я плот расширил. Я не понимаю, как это сделать. Я только что выпил соленой воды. Там зачем? Же все написано для этих. Для этих написано, для кондевой дед. Мне воды надо попить срочно. Ну, прям срочно. Попей. Да ничего страшного, у нас здесь шестеро, если ты умрешь, мы тебя воскресим. Кровать надо. Съедим. Надо кровать срочно, потому что если он отъедет, мы все, до свидания. Кто кухарка? Я с кондитером. Или Илиху. Скидывай нам, короче, мы будем жарить. Да можете просто... Я сейчас пойду дерево нарублю. Тебе весло-то надо, кондитер? Зачем весло-то? Ну вон, мы и так туда плывем. Ну если что, я весло скинул, но не знаю, кому надо, берите весло. Или весло в центре карты нашей. Плота. Ты лучше якорь сделайте. Кстати, да. Кстати, да. Что у нас на якорь? Якорь, кстати, преда пригодится. Якорь мне в бухту. Камня нету. Есть камень у вас? Миша, твой выход. Я точки камень всегда есть. Так, лови. Я там камни скидывал. Я все, что есть, я все сразу отдаю. Не надо, ля-ля. Не вижу камней, двух камней не хватает. Блин, чё, какая падла я выпивает... Я котика выловил. Хоть хорошо, какая падла выпивает... И не заливает. Да, и не заливает. Вы чё, балдели? Котик она выловила. Ну, конечно, что-то еще могла выловить. Цветы не подбирайте пока, они нам не нужны сейчас. С них ничего не сделаешь. Да ё-моё, понакидали мне цветков. Ананасы есть. Ананасы... Я есть хочу. Я слышу, Мильдрис, это не положите, я тебе сейчас склад положу. О, арбузы. На, сама берешь, я дальше рыбачу. Вы давайте еду. Я сейчас сдохну. Есть три пластика? Вы, короче, все сами едите, все делаете, а про меня не забывайте. Слушай, сделай еще одну удочку, я думаю, одного рыболова будет мало. Кому кто там кушать хочет? Вот, арбуз ем. А это что за кошечка? Ты из океана вырвал. Первым делом, вместо того, чтобы рыбу ловить, она кошку. Я ловила рыбу. Я подыхаю. Чё тебе надо-то? Поесть, попить, чё? Поесть. Дайте поесть что-нибудь. Там рыба жарится одна. Возьми рыбу с этого. У меня есть кокос. И свёкла есть сырая. Из свёклы можно семечки сделать? А, да, оно сажается. Да и не надо её жарить. Кокос, дайте я дам кокос вам. Центр вы. Так, народ, вот это хранилище, короче, это сюда складывайте приоритете рыбку. Беспредельщики. Сделайте мне удочку. А ты хорошо попросишь? Пожалуйста. Еще попроси. Еще лучше можешь. Ну, пожалуйста. Давай. Ты не того, ты не того человека просишь. Еще проси. Спасибо. Не за что. А че вы рыбу? Кладите в один какой-нибудь. Ну, я в холодный в правый, в горячий в левый кладу. Блять, там открывали тут всей толпой. Да, вот вообще. Это, кстати, хрень с плота уплывает, поэтому забирайте то, что валяется. Либо складывайте в один ящик куда-то. Я тут ящик специально сделал. Акула. Что такого? Сейчас, если... А, ну, в принципе, рано еще. Да, ты сейчас ее только что и убивать. Не, если мы с такой толпой каждый там по 2-3 удара ей сделает, можно будет ее... Очень быстро месить. Замесить, да, и плавать, нырять, потому что меньше проблем будет, когда акула. Ну, в принципе, да. О, камень. Нам что-то нужен был камень. Нам нужен был этот. Сейчас еще камня принесу. Доска нужна, есть доска? Есть. Нет, соврал.
Нету доски. Камень на топор ты имеешь? Нет, я хотел якорь поставить. А, можно еще наживку, но наживка нам пока, наверное, не нужна. Рыбка кончилась, да? Фу, блин, живой. А, не, нихера не кончилось. Нам нужно большую грильницу, у нас большие красивые рыбки попадаются. Так еще рано, большой грильницу. Блин, вы... кстати, кто... железо кидал мне. Да понятно, вода понятно, а хп как восстанавливается, кто помнит? Само, либо полежи, либо само. Полезай, полезай. Я нашла свечу в бутылке. Кто сядет? Полезай. Где полезать, где полезать? Вы хоть и поточняйте. Камни, конечно, как обычно. Бля, меня акула за жопу хованула. Эд, сделай-то грядок. Зачем? В смысле, зачем? Посадить все. Так у меня ресурсов нет, мы стоим, надо отплывать надо. У меня ресурсов нет, мне нечего. У меня удочка сломалась. Мне не с чего ресурсы строить. Ну так давайте отплывать. Давайте. Без Балаган, стоит. Ты там научился ее это? Блин, я же раньше... Почти, да. Почти научился. Рот открывает, сразу тыкаешь ей. Да, да. Пару раз промазал, уже почти съела, зараза. Че, мы плывем, нет? Дальше у кого есть? Да. А есть еда-то? Готов. Ну смотрите на готовке. Дерево, нет, отплывайте весло, у кого было? Отплывайте меня. Весло. Давай, выводи весло. Дайте еще одну удочку, а то мы одной удочкой долго не протянем. Кто цветы посадил? Зачем цветы посадили? На какой хер они? Да их вообще выкинуть проще. Я там семена ананаса принес. А вы поливали, кстати? Я это? Поливал. Ананас такую грядку не сядет. Он такую не сядет. Ананас большая нужна. Я поливал, конечно. Даша, ты ловишь еще? У меня удочка сломалась. На краю не обязательно стоять, можно по центру плота стоять. Где хочешь, вообще стоишь. Да, он пробивает. А я хочу с краю. Удочка. Что там надо, веревки, палка? У меня есть веревки, у меня нет досок. С досками облом. Ну тогда поплыли, доску собирай. Какула идет. Какула. Где? Кто где? Я случайно балагану или кому-то там впаял по башке. Извиняюсь. Friendly fire, не the system. Даша, расскажи, как тебе плывется с 5 одинаковыми парнями вообще? Да, вполне нормально. Пока еще никто не приставал. Это пока. Странно, да? Я просто балом. Я все жду, просто. Когда же начнется. Я пристроился, если что. Оу. Блин, ко мне Сануски пристроился, это нормально? Офигел, иди, чё так? Близняшка-то. Чёрт, тут... Он пристроился, я убегаю в другую сторону плота. Чё, расширяемся или достаточно пока? Нет, нам на пятерых нужно 10 на 10, как минимум. Ну, чё есть? Ловушки. Потом еще 11 ряд ловушек. Мне этот крюк нужен. Сделай его сам, если ресурсы есть. Сейчас скажу, что есть по крюку. Да, есть. А, я сделал. На, я сделал тебе крюк. Лежит так, по центру. Удочка крякнула. По центру лежит крюк. Вы как хотите, а я сейчас сдохну, реально. Вы как хотите. Мы не особо хотим. Держи свёклу, Сановский. Ты говоришь, жрать ты хочешь или пить? Мы тебя будем подкармливать, если ты не это. Блин, кто-то не наполнил. А еще картошку. Я не успел, я поливал эти растения, не успел нажать. Спасибо, спаситель, ты бородой. Вы кто-то добрый. Картошку не сразу жрите, дайте мы ее хотя бы в двух грядках. Я засадил картошку. В двух грядках вырастет, тогда можете жрать. Ну, он бы сейчас сдох. Картошку, кстати, не кладите, ну, не жарьте, потому что тратить доску на картошку, это как-то так себе. Она немного прибавляет. Еда готова, забирайте. Да блин. Да это не проблема. Как меня достало, вот ты напьешься пресной воды, типа сейчас тебе все восстановится, ты выпиваешь соленый, и тебе все сбрасывает. Так надо аккуратней. Так ты не пей солёную, чё ты? На удочку, Даша. И выкли все из-под крана в рот сувать. Кому что надо, говорите. Чё крафтим? Еды бы. Еды. Средние большие грядки. Так нет еще. Да грядки пока на ухо. Так не изучены еще большие и средние грядки, откуда эти... Стол из крафти, слышишь? Да, стол из следователя надо. Где он только лежит, я не помню. Сейчас я его поищу. Лагшток. А мы этот якорь-то поставили, нет? Мы якорь не сделали. Нет. А он ты не поставишь его сейчас? Он нет, такой... временный якорь. Вот бросаемый. Все, поставил временный якорь. Дальше. Есть хочу, блядь, хочу есть. Полка, табличка. Мы что же начнем ловушки для хлама делать? Да ты чего гонишь? Откуда? Сделайте крюк. Откуда у нас ловушки для хлама?
Веревки нужны. Крюк? Сейчас, на, крюк. Скинул. Подожди, а где стол-то? Я что-то его не вижу. В первой вкладке. А, нет, в этой. Где хранилище? Рабочий стол вижу, нашел. Доски нужны 10 штук. Блять, не попал. Как обычно, смот. Ну, с тобой тогда не получилось. Очень хотел, но... Кто в сундуке стоит? Дайте зайти. Все, все, входите, входите. Разрешите заебаться. Очередь. Блин, я хочу посмотреть, как мы будем спать в шестером. Я бы не хотел бы это видеть. Ну же, 6 кроватей, да. Есть попить? Есть, есть. Ура. Да, есть, я подливаю. Так, рабочий стол. Все, можем ставить. Ставим рабочий стол. Только так, чтобы ногами не мешался. Вот я, блин, и думал, вот... как. Ну... Нам нужно этих котиков повыкидываем, слышно? Да вот сюда пока его поставлю. Там акула сожрет. Если акула сожрет под ним плод, этот палет, то нахрен он пропадет. Эдик, ты изучаешь что-нибудь? Ну, да? Конечно. О, что ты изучил? Так, мы можем теперь строить, что мы можем? Ем ведро. А для чего ведро? Календарь. Так. Доски есть, доски? В сундуке смотри, что тут доски. В сундуке их там много. Все в сундук, все в сундук. Разорался. Раскряхтелся, ты хотел сказать. Чайка жрет там ваш этот. Чайка. Сволочь. Дай, урожай готов. Так, нам нужен железо. Нам нужно к острову. Вон, поплыли, да, к острову. А старый башмак, он же нужен для чего-то? Для украшения. В нем можно что-то посадить. Так, мы ловушки можем готовить, кстати, народ. О, пугало. Наделаем девушек на всех. Куда тебе пугало? Туда 6 пугал бегает. Что тебе еще надо? Ну, боюсь, эти пугалы не дадут. Акула, ребят. Не то... Да... Не издевайтесь, удочкой пробежь глаз. Девушка. Да не девушка. Ну, кривая. Я просто тебя хотела поймать. Я так и понял. Я просто тебя хотела... Не надо. Он есть Let me и к небу, пожалуйста. А чё я-то? Там в сундуке две готовых рыбы. Она меня кинула. Неправда. Да всё правда. Она придумал себе что-то. Какой-то фиговый остров. Остров вообще ни о чёмный. Только якорь потратили за вас, да? Лучше вас там отставили, да, и поплыли втроём, да, народ? Ага. Нормальный план. Так поплыли, господи, пускай там оттуда остаются. Эй, я самый ценный. А чё арбузное семечко-то лежит, не сажаем? Можно же вырастить арбуз. Вот, эти арбузное семечко мне. Мне семечки все. Так я же уже этот... Кого? А у нас уже есть большая? Давно уже. А делать мне удочку. Еда есть готовая? Была в сундуке. Она наша. Уже нет. Ладно, я стою, жду, пока приготовится. А если еды совсем не будет, кого съедим первым? Самого жирного. А кто самый жирный? Не знаю. Не знаю. Учитывая, что мы 6 одинаковых, то клиент тут один. Где она жрет он? Куда вы там без меня гребете? Дайте добраться до вас! Че, он сдох? Да. Блять. Сануски, как обычно. В своем репертуаре. Да блин, вы гребете, я говорю, остановитесь, куда вы гребете? Да как мы остановимся-то, якоря нет, сейчас нас обоих будет тащить. Ты не заплывай за конец плота, когда плывешь. Всегда плавать надо либо сбоку, либо спереди. Так я, блин, что-то под водой, правда, дно выдернул. Я вот сейчас нагнать не могу плот твоим трупом, блин. Мне, кстати, даже положить тебя некуда, ты в курсе? У нас кровать. Сейчас кровать буду делать. Так, что там надо-то? Ладно, восстанавливаем Сословский. Спи давай. Доски, пластик. Ну, короче, все в сундуке.
Угу, отлично. А чем вы не поливаете, кстати, это свои клетки? Поливаю. Ну вот они не политые стоят. Значит, это уже ура. Кто... Что ты там уже с ним делаешь? Грех не сесть на лицо. Это ж Санус, как я могу не сесть? Ты встанешь там сегодня? Все, а там куча хлама там лежит. Делайте, что надо. Изъял. Есть! Тормозите! Че? Надо акулу этот полутать. Ну я хотя догоню, наверное. Вы ныряйте пока за этим, слышите? Зачем? За хламом, пока акулы нет, да. Вперед, вперед. За всем, за всем. За бочками, за бочками, за всем бегите. Кто-то остался на корабле-то? Да, человек-акула. Человек отгоняет. Сейчас плод уплывет, так останемся здесь плавать. Боже мой, это самое скоростное прохождение рафт, в котором я участвовал. Мы еще даже второй этаж не построили, нам для антенны нужно будет. Не тронь акулу, моя. Я голодный, жду стоять. Я тоже. Ну, я уже прям вообще на последних этих. Я тебе следующую положу. Там в сундуке 4 готовых рыбы. Они хотят именно акулу. Я хочу, я ее добыл, я ее хочу съесть. Тем более, тут такая дырочка интересная. По центру. Доставьте хоть что-нибудь съесть. Где? По центру. У нас тут арбуз поспел. У вас и свекла поспела. Я сдох. Ну бегите быстро за ним тогда. Ты от акулы сдох или где? Да, от акулы. Ну так. Как-то... Вот если она вас уже атакует, что там плавать? Она сразу на плот ворвется. Так я на плот и поплыл. Где ты сдох? Я не вижу. Я его спасаю. Мне зубы мешают смотреть. Эдик, что молчишь? Уснул. Кушал. Кушаешь. О, кирпичик сушится. Это хорошо. Сушу кирпичи, куша. В принципе, кстати, ветер всегда дует туда, где встает солнце, я заметил. Или садится. Встает, по-моему. Вы уж определитесь. Ну, я помню, что в какую-то из сторон. Логично. Ну, я имею в виду, что строго по вот этой линии. Так понятнее? Так, ладно, я отвлекусь. В общем. Отвлекайся, мы просто трахнем твое тело. Давай без этого. Я чур первая. Почему ты? Ну, тогда ладно, тогда хорошо. Слушай, это какая-то дискриминация. Ей можно. Первая, не последняя. Почему ей первый? А ты вообще не при делах. В смысле, я с удовольствием бы трахнул его тело. Заткнись, Анутки. Пошли прощаться. Что, вообще-то... Сейчас, подожди. Полью лужайки. Пожру. Да я лужайки поливаю. Сейчас, подожди, пожру, мать твою. Да я тоже жрать хочу. Я не жру, я поливал лужайки. Пойдем, попрощаемся. Пока. Потом, когда попрощаемся, скиньте все в сундуки. На случай, если вас не будет в следующий раз. Все попрощались. Вы заметили, что нас на одного меньше? Мы балагана выкинули за борт, если что. Блин, бедняга. В общем, туда-сюда.